Здравствуйте, Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.инфо. И это 22-й скринкаст по теме, написанной вот здесь. И мы давайте приступим к делу. Нам теперь мы получили корзину, ее написали. Теперь надо ее вот вывести вот сюда. Давайте сейчас это и сделаем. Переходим в хедер. И вот там, где мы вставляли корзина товара на сумму, вот здесь это ID card. Давайте напишем таким образом. У меня вот здесь вот в Basic еще имеется файл корзина. Так, маленький такая картинка корзинки. Давайте ее тоже вставим. Так, здесь пишем. Так, ну давайте, наверное, ладно. Дримвьюер неохота открывать. Так. А. А. Здесь пишем. Вернее, не А, а МЖ. И МЖ. Картинка. Убираем. И здесь пишем IMG. SRS. SRS. И тут пишем HT. Ну, наверное, вот отсюда можно скопировать. Так, так, так. Сюда вставляем, вставить паблик, дальше у нас идет IMG, дальше у нас идет images. Дальше у нас идет название корзина JPEG. JPEG сохраняем. Посмотрим. Так, ничего не прописалось. Не прописалось, потому что у нас еще здесь не папка не EMGS, а Basic. Basic. Сохраняем. Посмотрим. Перегружаем. Так, что-то появилось. Дальше немножко ее уменьшим. Напишем здесь в атрибутах картинки IMG, не будем уже изменять саму картинку, поэтому здесь вот так вот напишем вид 35 и высота хая 25. Сохраняем, перегружаем и переходим в стиле файл CSS, default CSS. Так, сейчас позакрываем тут лишнего. Файл. CSS. Ищем card res и здесь пишем
тега img, пишем margin bottom минус 6 пикселей и padding right с правой стороны 10 пикселей, точка запятой. Посмотрим. Перегрузим, ничего. Так, ну вроде заработало. Немножко отодвинулось. Пойдет. Так, следующее, что мы... Давайте еще здесь зададим для... У нас будет цена подсвечиваться красным и количество товаров. Поэтому напишем тоже карт S, и она будет у нас в тегах span, напишем ей color red, точка запятой. Сюда в файле header мы давайте вот здесь вот подставим header количество товаров, там где у нас ставим span. Так, и здесь ставим, сделаем ставку PHP. И напишем echo session. И это у нас называется total items. И тоже сюда на сумму PHP. Ставим вот это total, копировать, вставляем total items, и здесь мы напишем, по-моему, это у нас называется total price. Price сохраняем. Так, ну и здесь вот давайте разделим немножко. Пишем неразрывный пробел nbsp, точка запятой, nbsp, точка запятой, вставить. Так, ну и здесь тоже вставим. Так, и вот здесь вставим, сохраняем, посмотрим, перегружаем. Так, а что-то 75 не подсветилось. Да, не подсветилось 75, наверное, спан забыли. Вставляем сюда span, и сюда вставляем span, сохраняем. Ошибка пошла,
там ставил. Что-то я сегодня какой-то раскоординированный. Так, на сумму 75. Ну и тут как бы что у кого есть. Опять напишем гривен. Точка. Ну а теперь нам надо при... Ну давайте мы опять вспомним, о чем я говорил, например, подробнее. И вот я нажимаю в корзину. Видите, здесь подсветилось 2 и цена, а здесь не изменилось. Поэтому вот если я перегружаю, появляется 2,150. То есть AJAX-запрос, он как бы идет впереди, погружает до перегруза страницы. Нам надо сделать, чтобы сюда погружалось сразу при нажатии на клик. Ну, давайте это сделаем. Для этого мы переходим во View, который у нас отвечает за вывод. И здесь создадим еще один метод. Назовем его function getCard. Function getCard. Так. И здесь пропишем. Давайте вот так вот возьмем вот эту вот часть, посмотрим в коде. В коде. Так, то, что у нас отвечает за вывод корзины. Так, вот тег у нас пошел, ID-ка отрез. Вот это я беру, копирую. Копирую вот до этого дива. Что ты, зараза. Копировать. Копировать. Вот сюда я вставляю. Пишу echo. Echo. Вставить. Конце точка запятой, и сюда вот где у нас сумма, ставим session. Ну, надо ж, разрываем точка разрыв, и сюда переменная session. И это у нас называлось total price. Total price. Price. Так. И то же самое. Сохраняем. И то же самое вот здесь. Разрываем, точка, разрыв, переменная session, и это у нас называется total item, total item. Так, сохраняем, посмотрим, перегружаем корзину, сюда не добавляется. Да, не добавляется, потому что мы сюда еще не в контроллере не прописали этот метод. Поэтому давайте вот сюда getCard. Вот это закомментируем, оно нам не надо. А сюда напишем
переменная view. View. Создаем новый объект view. View. Точка запятой. И тут пишем переменная view. Стрелочка. И где тут у нас getCard. Точка с запятой. Смотрим. Перегружаем. Так, неправильно мы здесь тоже подставилось, уже нормально. Дело в том, что надо открыть еще файл JavaScript. И здесь вместо клея, куда мы подставляем, прописать, как же он там назывался, по-моему, card_res. card_res. Сохраняем. Закрываем. Перегружаем в корзину. В корзину опять ничего не добавляется. Не добавляется, потому что, наверное, неправильно написал. Сохраняем. Опять. Перегружаем. А ну-ка, в корзину. В корзину. Вот пошло добавление. Так. Подробнее. В корзину. 21, 22. А ну-ка, мы сейчас закроем браузер и его откроем. Интернет-магазин, категория. Так, подробнее. В корзину. Ну, вот пошло добавление. Нормально, вроде работает. На данном этапе у нас работает. Теперь нам еще необходимо заняться оформлением заказа, выводом отдельно корзины, изменения по корзине, добавление, добавить, убрать товары в корзине и оформление заказа, передача в базу данных. Вот так это будет в следующих скринкастах. А на этом все. Спасибо за внимание. Сергей Кудренко.